собрав семена княжика. Вот они такие у нас пушистенькие, красивенькие. Для того, чтобы улучшить прорастание семечки, этот хвостик нужно убрать. То есть, что мы делаем? Мы просто берем ножницы, да, и обрезаем эти хвостики. Вот. Таким образом, вот, получая семечки, у нас всхожесть повысится. То есть, вот этот хвостик по какой-то причине мешает семечку прорастать. То есть, если вот посеять семечки с хвостиками, то мы получим где-то 30-40% всходов. Если мы вот хвостики так не поленимся и уберем, то всхожесть семян, ну, увеличится 60-70% будет. То есть вот что мы сделали? Мы хвостики убрали. Что нужно сделать? Если мы в домашних условиях, вот сейчас самое время, в принципе, можно производить посев. Что можно? Можно посадить их в плошку с почвой. То есть взять землю, сделать бороздки, уложить семена, полить и не ставить на подоконник, а убрать в холодильник, в нижний ящик. То есть для того, чтобы семена просто ратифицировались и потом в конечном итоге лучше зашли. Еще из один у них способов, если семечек совсем мало, там не 20, не 30, а бывает, что прям присылают по 10 штучек, то мы можем что сделать? Мы можем взять вот спонжик, да, уложить туда семена, обрезав хвостики. Накроем вторым, обязательно подпишем сорт, чтобы не тем более, если вы сеете не один сорт. Вот я сею, допустим, это сорт Blue Eclipse. Возьмем вот такую посудинку. Можно взять чашку Петри, некоторые в них любят там купить ее специально в медтехнике. Увлажнить нужно, обязательно хорошо увлажнить, чтобы вот он стал мокрым. То есть можно прям не пульверизатором, а так вот капнуть, вот, чтобы хорошо было увлажнено, чтобы у нас семечки промочились. Закроем крышечкой и точно так же уберем в холодильник. Вы убрали в холодильник семена. Что делаем? Периодически просто смотрим, чтобы они были увлажнены. И если появятся всходы, ну, то есть там семечка проклюнулась, что мы делаем дальше? Либо пересаживаем в контейнер с землей, либо хорошие результаты показывают эти семечки пересадить в торфяные таблетки. Очень хорошо они там сразу схватываются, корешок хорошо отрастает. Потом эту торфяную таблетку можно пересадить в большую посудинку, уже не травмируя корни. Еще что хотелось отметить. Княжики зацветают при посеве семян на третий год. То есть это достаточно трудоемкий такой процесс.